Декабрь будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается деоккупировать свои территории в контрнаступательных операциях. Об этом в интервью BBC заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что долгом Франции и всех стран является поддержка Украины в ее обороне. Но добавил, что следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченную землю во время контрнаступательных операций. Макрон заявил, что для Украины еще не время садиться за стол переговоров и подчеркнул, что решение вести переговоры только по Киеву. При этом французский лидер добавил, что может прийти время провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией. Также президент Франции сказал, если России разрешат выиграть войну, то у вас будет новое имперское государство в Европе, которое может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту. Потому что, безусловно, это империализм и колониализм то, что Россия делает в Украине, отметил Макрон. Напомним, ранее советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война Украины с Россией находится в точке невозврата. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.